Слава Украине, при этом от Полонского. В то время как глупые россияне дохнут в вонючих окопах под Донецком, без каких-либо шансов выползти оттуда, пытаясь заплатить свои микрокредиты, в которых они тонут. Все глупые россияне в микрокредитах. Вы заметили? И именно глупые россияне, у которых с, скажем так, с соображением не очень они не придумывают ничего другого, как за деньги, они же наемники, идти убивать украинских женщин и детей. Да только они не учитывают фактора сбройных сил Украины, которые встречают их и мешают этому намерению, как и мешают намерению заработать. То есть глупые россияне тонут сначала в кредитах, а потом идут сдохнуть во славу Путина на Донбасс. А что делают хитрые россияне? Например, Жена, бывшая жена Путина, как ее там фамилия очередная, да, или очередная, или очередная, не, не важно. Людмила Путина. Так что она делает? А я вам скажу, что она ничего не делает. Мало того, что ей там подискали мужа на 20 лет моложе. Ну ладно, то личное дело такое. Она еще и стала э, сохозяйкой, так сказать, кофаундер, это получается, ну, совместный бизнес с кем-то. Очень интересная организация, которая называется CarMoney. А короче, это сервис правильно микрокредитов, тех самых микрокредитов, в которых тонут россияне. То есть сначала Путин нищетой доводит россиян до чего? Правильно, до невозможности прожить без кредитов. И когда они несутся, выпучив глаза, чтобы как-то прожить как-то свести с концы с концами. Они несутся получать те самые микрокредиты. Кто им выдает эти микрокредиты? Ну, конечно же, Людмила Путина. Умная баба, которая развелась с Путиным. Может, это был еще настоящий Путин. Или она уже развелась с поддельным, или с двойником, или с тройником. Этого мы не знаем, это не столь важно. Но сначала, как говорится, один доводит до нищеты, а второй тут же, то есть Людмила Путина, раздает им безнадежные микрокредиты, из которых те же самые россияне из этих процентов никогда в жизни не выскочат. И что им остается? Правильно, ни на какую работу их не берут, потому что все заводы позакрывались, иностранные, все иностранные инвесторы поуходили. Куда им идти? Куда? Где? Какая дорога осталась? Правильно, только сдохнуть на Донбассе. Вот и все. Видите, как красиво Путин уделал своих сограждан. Они этого не понимают. Они же глупые.